Девочки, мальчики, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, на канал Аринка Мискейк. Меня зовут Ирина, и сегодня у меня будет не совсем обычное, типичное видео для меня, но это будет касаться бьюти-темы. И сегодня я хочу вам показать те баночки, которые у меня стоят в ванной комнате, вот в этой вот съемной квартире. И хотела вас просто чуть-чуть пробежаться, показать то, что у меня находится, то, чем я сейчас пользуюсь. И, конечно же, если вы любите также заглядывать в косметички, в ванные комнаты, и вам интересно наличие баночек у кого какие, тогда, конечно же, это видео для вас. Продолжайте смотреть и пойдемте ко мне в ванную комнату. Так, ну что, девчонки, я уже, собственно говоря, в ванной комнате, не знаю, как снимать. Большой привет! Я невысокого роста, и поэтому сейчас стою на цыпочках и хочу с вами просто как-то вам показать, что у меня есть. На самом деле, я сама всегда любопытная, Маня, всегда стараюсь смотреть, всегда любопытно заглядывать на такие видео, и сегодня я решила немножко открыть дверь и показать ванную комнату. Сразу же скажу, что, собственно говоря, это временное прибытие, поэтому на внешние какие-то по сторонам не смотрим. Ну, точнее, даже внимание просто не акцентируем. Главное это у нас что? Это вот это, девчонки. Да, здесь у меня тот набор, который сложился. На самом деле могу сказать то, что вот обстоятельства, которые сейчас сложились, они мне помогли познакомиться с косметикой, которую, ну, она меня впечатлила. Ну что, девчонки, начну, наверное, вот то, что у меня на зеркале находится. Ну, типично, как у всех, наверное, можно с цыпочек, наверное, встать, нет, так будет удобней. Самое, что всегда должно быть в ванной комнате, это, конечно же, сейчас у нас у ребенка паста Colgate. Мы пользуемся брендами от 3D White. Могу, девчонки, сразу как-то вот, ну, акцентировать внимание на результативность данных продуктов я не буду. Просто либо в пустых баночках вам расскажу, либо, может быть, еще какое-то отдельное видео посвящу. Здесь у меня мыло. Это мыло вообще покупалось для моего супруга. Это Биодерма, по-моему, называется. Сенсибио какая-то, она, по-моему, это Биодерма для проблемной кожи. Неплохое мыльце, тоже о нем, конечно же, расскажу. Стоит у меня здесь бьюти-чистка косметическая. Это сухой порошок, который можно использовать как скраб. Замечательно очищает кожу и ощущения после бани. Конечно же, тоник Клиник. Сейчас я практически не пользуюсь, но иногда, когда есть высыпание, чувствую, что надо кожу отшелушить, его все-таки добавляю. Обалденная просто пенка для умывания от Estee Lauder меня впечатлила. И дальше, что у меня идет? Уход, увлажнение, это Хисиак мат, это то, что... Он у меня просто заканчивается, девчонки. И взяла ему как бы на смену здесь, мне... Это вот этот вот от Сибирского здоровья, My School Skin, с тархуном, запах офигенный, девчонки. Отдельно сниму о нем видео, расскажу. Урьяш у меня уже улетел, уход за глазами, это у меня, конечно же... Сейчас идет Шисейд во все, он с ретинолом, но я не боюсь, потому что у меня есть SPF защита, это от Avène, и вот такой вот детский, использую его на лицо, даже вот этот, здесь у нас SPF идет 30, могу сказать, девчонки, неплохая вещь, даже мне вот это вот больше нравится, чем авеновская лопаточка для того, чтобы добывать крем из баночки. Спускаемся ниже, здесь что у меня находится? А здесь у меня... Так, темно, потому... Так, давайте я вот так вот сделаю, чтобы было посветлее. Темно, потому что это проблема этой квартиры. Я не знаю, как-то вот жуть просто. То, чем я сейчас использую место... Вообще, использую его как место геля для душа. Это мягкое мыло для бани с горной лавандой. Запах, девчонки, просто сумасшедший. Сейчас вам покажу консистенцию. Так, рука трясется, одной рукой снимать оказывается прям очень проблематично. Ну, так вот, вот это вот мыло, оно, я уже, видите, как его хорошо, я вот буквально его на днях купила, ну, наверное, недельку я им пользуюсь, вы видите, как активно я им пользуюсь. Могу сказать, то, что это вот такое вот желе, вот прям реально как желе, пенится отлично, единственное то, что, ну, не хватает ложки, поэтому... Использую обычную ложку, добываю как-то неудобно. Производитель просто как-то не подумал о том, кто будет пользоваться. Пахнет просто обалдеть, как лавандой. Вот
один в один запах, как гель для душа от Yves Rocher Lavande, который я вам говорила, мне она нравилась, которую сейчас, к сожалению, я никак не могу купить. Скраб, гамаш точнее, от Yves Rocher. Это мне просто ребенок немножечко, ему было интересно узнать, сколько я, видимо, использовала, он подскорябывал. Неплохое средство, которое с удовольствием пользуюсь. Так, что с фокусом опять? Которым пользуюсь, уже практически допользовала его. Дальше у меня идет супер средство. Ну, где? Супер средство, это сибирское здоровье тоже, это Медесе бальзам. Маленький ребенок, у нас вечно какие-нибудь рамки, и мне посоветовали его взять, чтобы... регенерация кожи, я так поняла, намного быстрее шла, и она обеззараживала. Тут все на травках, тоже отдельно сниму не обзор. Конечно же, шампунь у меня сейчас это стоит от Сибирского здоровья. Для окрашенных и сухих волос тоже о нем сниму видео. Обалденная штучка, которая меня удивила. Это вот такой вот тонизирующий лосьон для кожи головы. Здесь его аж 250 мл. Надеюсь, за 6 месяцев я его использую. Маска для волос. Ее тоже катастрофически, она как-то быстро заканчивается, она идет для окрашенных волос. Девочки, просто, но она очень жидкая, она как бальзам, видите, у меня ее осталось совсем немного. Думаю, что придется мне, наверное, маску себе повторить. Но результат от нее мне нравится, какой результат на волосах. Так, следующее, что у меня здесь есть, это средство для интимной гигиены. Всем девочкам рекомендую, девочкам и мальчикам, попробовать вот это вот натуральное фитомыло для женской интимной гигиены. Супер вещь, девочки, просто из всего, что я пробовала, вот это вот просто в уходе за интимной гигиеной моя любовь прям. Следующий, это шампунь, который пользуется сейчас мой супруг, и он от него просто в диком восторге. Это Yves Rocher, идет, по-моему, он с гамелисом какой-то шампунь, не помню, девчонки, как правильно он называется, тут все на французском, так что... Хороший шампунь, смело могу порекомендовать, у кого жесткие волосы, нет никаких особых проблем. Дальше это идет у нас уход за ребенком, это вот просто уже на протяжении практически скоро будет 4 лет гель для купания от фирмы «Наша мама». Девочки, ничего другого даже пробовать не хочу, несмотря на то, что соблазнений, девчонки, очень много. И шампунь с первых дней жизни, который я просто от него в восторге, и ребенку нравится, вообще, в общем, очень-очень сильно нравится нам эта серия. Следующее это бальзам после бритья, успокаивающий моего супруга. Знаю, что многие бьюти-блогеры его даже используют как основу под макияж. Я рискнуть не могу, потому что запах... Да-да, я такие запахи не очень люблю. Пенка для бритья моего супруга, Sensitive от Arca. Та пенка, которая меня удивила, и могу смело вам сказать, она прям неплохая, девчонки, да, хорошая пенка, которой можно пользоваться. Так, следующее, что у меня идет. Так, наверное, вот так вот стану. Демакияж у меня, конечно же, очищение, это также еще мицеллярная вода от Garnier. Обожаю эту водичку, девчонки, просто нежно как-то. Мне даже ничего пробовать другого не хочется, хотя иногда прям соблазняет. То, без чего я сейчас обходиться просто не могу, это Кадали. Сейчас лето, уже пора того, что... Ой, пора того, когда нам становится жарко, освежиться всегда хочется, но я его также использую как тоник. Очень крутая вещь, но безумно дорогая, поэтому... Если есть и позволяет бюджет, конечно же, рекомендую попробовать, очень хорошие вещи, точно вам не навредит. Вот тут вот у меня, знаете, такой вот уголок, это уголок человека, который борется все время с целлюлитом, хочется все время, чтобы была кожа супер упругая. И здесь у меня массажное масло, которое, как вы видите, я им активно просто пользуюсь, его осталось, ну, совсем чуть-чуть. От Сибирского здоровья тоже тонизирующее, так... Фокус. Массажное масло тонизирующее. Девочки, я в него влюбилась. Вот честно, я в него влюбилась. И я его, конечно же, еще повторю. Тут у меня... Так, фокус. Здесь у меня, получается, просто я приглела крем, который вот из этой вот серии. Венус. Просто не хотела тащить сюда большую упаковку. Я взяла, просто вот сюда перелила. На самом деле, очень экономичный крем для тела, так что цена оправданная, мне нравится результат. И, конечно же, грязевая маска для упругости кожи. Вот как добью ее, так и сниму не обзор о том, что скажу, стоит ее покупать или нет, будет ли
тот эффект, который обещает нам производитель. И средство, которое мне просто много кто хвалил, это от Yves Rocher, их серия Хамам. Так, фокус. Их серия Хамам, могу девочке сказать одно. Средство классное, вот ну классное, ну прям правда, вот хорошее, хорошо увлажняет, оно жирного блеска не оставляет, давай открывать так. Средство, которое не оставляет жирные пленки, замечательно увлажняет. Оно такое, знаете, оно вот в баночке густое, да, на самом деле, а по факту оно распределяется как такое нежное молочко. Но, девочки, запах, вот впервые, наверное, за долгое время, это второе вообще косметическое средство, я не могу, девчонки, им пользоваться. Вот видите, сейчас лето, надо кожу увлажнять, я им пользоваться не могу, потому что запах просто, особенно в жару, это какой-то капец. А вот это вот мягкое мыло для бани с горной лавандой, тут содержится масла в нем, и вот после использования вот этого мыла, его можно использовать даже как шампунь на волосы. Могу сказать, девочки, одно, я не хочу увлажнять кожу, это прям спасение. Так что хорошая вещь, мне понравилась. Ну, единственное, это что у него дикий какой-то расход, либо я много моюсь. Вот, девочки, собственно говоря, это все, что я хотела вам показать. Надеюсь, данное видео для вас будет, было интересным. Надеюсь, данное видео для вас было интересным. Если так, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Да, вот здесь вот прям, по-моему, находится ссылка на подписаться. Если вы на меня подписаны и вам по какой-то причине не приходит уведомление, кликайте на колокольчик, он, по-моему, вот здесь находится. И будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. Я желаю вам просто хорошего настроения, ухаживайте за собой, берегите себя, покупайте все косметические средства, которые обязательно будут работать на вас. И, конечно же, желаю вам просто хорошего настроения, любите себя и своих близких. С вами была ваша Ира. Увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока.